мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. По информации Госкомлеса Тувы, по состоянию на 23 апреля на землях лесного фонда республики действует один лесной пожар на общей площади 2 гектара. За прошлые сутки ликвидировано 4 лесных пожара с общей площади около 79 га. Всего на ликвидации возгорания было задействовано 7 человек. С начала пожароопасного сезона текущего года зарегистрировано 6 лесных пожаров на общей площади около 82 га. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года действовало 2 лесных пожара на общей площади около 10 га. Всего с начала пожароопасного сезона 2017 года было зарегистрировано 5 лесных пожаров на площади 112 гектаров. С 25 апреля в Кызыле планируется посадить 330 различных саженцев и кустарников, которые приобретены в Чербинском лесопитомнике. Мероприятия по озеленению столицы продлятся до 11 мая. Как сообщается на сайте городской администрации, вдоль улицы Магистральной планируется высадить около 100 молодых деревьев. На участке протяженностью 700 метров появится серебристый тополь. Также по этой улице будут посажены 20 штук сосен крупномеров. В аллее поколений будут посажены 100 сосен, 50 берез появится на улице Калинина от круга по Байхакской и до Московской. С нечетной стороны Ангарского бульвара планируется высадить саженцы березы, с четной – кустарники. От аэропорта до Ангарского бульвара будут расти 20 сосен крупномеров. Работы по озеленению пройдут также возле памятника тувинским добровольцам и в молодежном парке. Там же рабочему благоустройству высадят газон. В соответствии с утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета планом проведения учений на 2018 год под руководством оперативного штаба в Туве, на территории Кызыла проводится антитеррористическая тактика специального учения. Завтра, 24 апреля, в период с 8 утра до 18 часов вечера будут введены временные ограничения для передвижения транспортных средств и граждан по следующим улицам. По улице Интернациональная от набережной реки Енисей до пересечения с улицей Кочетова. По улицам Красных партизан, Щетинкина, Кравченко и Ленина от пересечения с улицей Комсомольская до пересечения с улицей Кахи. В ходе мероприятия будут отработаны вопросы взаимодействия территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти республики и мэрии Кызыла при проведении совместных мероприятий по противодействию терроризму в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В Сибири появится экспертно-консультационный совет по развитию рынка труда. Решение об этом принято на межрегиональном совещании в Томске, организаторами которого выступили администрация Томской области и исполнительный комитет «Сибирское соглашение». От УВЫ в совещании приняла участие министр труда и социальной политики республики Людмила Тасол. Основные направления работы совета – это координация деятельности участников рынка труда, содействие квалифицированной трудовой миграции и добровольного пересечения соотечественников, проживающих за рубежом, обеспечение гарантий в области занятости населения и защиты от безработицы, обеспечение социального партнерства в сфере охраны труда, а также рост заработной платы во всех секторах экономики Сибирского федерального округа. В состав совета войдут представители профильных подразделений регионов Сибири, эксперты, а также представители бизнеса. И о курсах валют. Доллар стоит 61 рубль 32 копейки, евро 75 рублей 65 копеек. Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений. И огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ».
Министерством здравоохранения Тувы проводится постоянный контроль за состоянием здоровья детей, пострадавших после попадания внутрь организма вещества этиленгликоль. 4 ребенка получили назначение в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства. Подростки в Республиканской детской больнице Тувы переведены в педиатрическое отделение. Состояние одного мальчика, который находится в токсикологическом отделении, также не вызывает опасений. Минздравом Тувы также организован осмотр детей специалистами из города Томска, которые работают в эти дни в Туве. В целом, в состоянии всех детей наблюдается положительная динамика. Напомним, 17 апреля в селе Тургалы Улухемского района произошло массовое отравление этиленгликолем детей 2003-2004 годов рождения. 9 несовершеннолетних были доставлены санитарной авиацией в Республиканскую детскую больницу и токсикологическое отделение резбольницы номер 1. В арт-центре на ЕСЛАЛ состоялся конкурс красоты и таланта «Мисс и мистер Мэри 2018». Это первый конкурс, проводимый в истории городской администрации. Мероприятие приурочено ко Дню местного самоуправления. За звание самой красивой и талантливой пары боролись 14 участников из числа специалистов отделов и департаментов городской администрации. Добрый день, дорогие коллеги! И уважаемые жюри! Мы пара под номером 1. И мы верим, что мы победим. Представляю вам Чимис. Познакомьтесь, это Ким. Чимис пунктуальная и учтивая. А Ким культурный и спортивный. Культура, спорт и молодежь. Выступления конкурсантов оценивали члены жюри, в числе которых известные деятели культуры Тувы. Как признаются сами конкурсанты, к мероприятию они готовились не одну неделю. Данный конкурс «Мисс и мистер мэрия города Кызыла» проводится впервые в истории мэрии города Кызыла. Нас от каждого структурного подразделения мэрии города Кызыла были выбраны пары. Нас коллектив аппарата мэрии города Кызыла тоже выдвинул на данный конкурс. И мы начали готовиться к данному конкурсу месяц назад совместно с моей парой Радмилой. Вот, надеемся на удачу. Всего конкурсанты проходят 5 испытаний, в числе которых конкурс талантов. Как оказалось, в рядовых финансистах, бухгалтерах, правоведах, социальных работниках, инженерах и сотрудниках городского хозяйства скрыт большой творческий потенциал. Конкурс позволил коллегам увидеть их совершенно другой стороны. Раньше мы со своими коллегами работали по разным направлениям. Когда мы начали репетировать и готовиться к конкурсу «Мисс и мистер Мэрия 2018», мы увидели то, что кроме своей работы эти люди очень одаренные, творчески направленные. Очень приятно это осознавать и участвовать в этом мероприятии. Далее конкурсанты вышли в авангардных нарядах. Все костюмы выполнены самостоятельно из подручных материалов – изоленты, скотча, целлофана, пластиковой посуды, пакетов, марлевой ткани, поролона и гофрированной бумаги. По итогам конкурса «Мисс и мистера Мэри 2018» стали Карал Оржак и Сайлык Самбу, которые были награждены денежными призами. 20 апреля Тува в очередной раз присоединилась к всероссийской акции «Библионочь-2018». Национальная библиотека имени Александра Пушкина представила обширную вечернюю программу «Магия книги». Мероприятие проходило на 6 площадках. Кроме того, во время акции прошла и выставка-продажа национальных сувениров, редких книжных изданий, демонстрация робототехники и мастер-класс по сбору конструктора «Лего», а также мастер-классы по оригами и созданию кинофильмов и многое другое. Сегодня на этой площадке «Техномагия и магия книги» у нас очень интересные гости. Преподаватели из первой школы, из Центра технического творчества, из Центра тувинской культуры ребятам показали, рассказали о том, как создаются роботы, где они применяются. Специалисты из Центра тувинской культуры расскажут, как можно снять мультик своими руками. А педагоги из Центра дополнительного образования научат ребят делать книжные закладки, потому что девиз всего этой акции – магия книги. То есть каждый человек должен бережно обращаться с книгой. В
Универсам номер 18 по улице Семирадского, 60 в течение месяца проводил акцию по розыгрышу велосипеда. Чтобы стать участником акции, нужно было совершить покупку в этом магазине на сумму от 500 рублей. Победителя ждал дорожный велосипед. Чем больше жетонов, тем больше шансов выиграть. Так, накануне в 15 часов в универсаме прошел сам розыгрыш. Помимо главного приза, участников акции также ждали и другие подарки. Принцип розыгрыша будет проводиться таким следующим образом. Независимый наш какой-нибудь выбранный покупатель подходит сюда, кладет талоны вот в этот наш так называемый барабан, трясет их и вытаскивает один за другим талоны. 9 первых талонов будут поощрительные призы. 9 участников, обладателей поощрительного приза от 18-го универсама были выбраны буквально за считанные минуты. 367! У вас? Хорошо. Так, 3 талона разыграно. Ну а счастливым 10-м обладателем главного приза велосипеда стал номер 175. Уважаемому покупателю я вручила наш суперприз «Спортивный велосипед». Удачи вам в дальнейшем выигрывать. По словам организаторов мероприятия, розыгрыши на этом не заканчиваются. Это только начало. Спешите в универсам номер 18 по адресу Семирадского, 60. Приобретайте продукты, получайте жетоны и дождайтесь следующего розыгрыша. На Первом республиканском FM-радио «Голос Азии» сегодня открылся новый сезон радиоквеста «Замес майонез». Ведущие по правилам квеста прячут в черте города приз, а слушатели пытаются его найти с помощью загадки. Отгадать зашифрованное в загадке место бывает непросто, но сегодня у участников был отличный стимул. Это подарок от партнера – магазина брендовой джинсовой одежды «Elvis Jeans», который находится по адресу Дом быта, 2 этаж, отдел 219. В зашифрованном месте сегодня победителя ждал фирменный джинсовый рюкзак и сертификат со скидкой. Узнаем, кто сегодня первым сказал фирменную фразу квеста и забрал подарок. Замес майонез. Ура! Ура! Мы вас поздравляем. Вот ваш подарочек и подарочный сертификат. Кстати, получить скидку от магазина может каждый. Достаточно просто прийти в Elvis Jeans и сказать кодовое слово «Замес майонез 111». Успевайте, предложение действует до 9 мая. Играйте в «Замес майонез» и получайте подарки. Следующий квест уже завтра в 13 часов 10 минут на «Голос Азии». По многочисленным просьбам покупателей, компания «Вавиол» травы Тувы начинает продажу натурального меда с разных регионов России. И хотя мед собирают практически на всей территории нашей страны, существуют самые разные условия для получения меда высокого качества. Компания «Вавиол» закупает мед только у сертифицированных и проверенных пасечников Башкирии, Алтая, Казахстана и Дальнего Востока. Для убедительности качества продукт проходит лабораторные исследования во избежание вкусовых добавок. Также исключают тепловую обработку, чтобы сохранить полезные свойства меда. Тепловая обработка нужна, чтобы убрать кристаллизацию в меде и сделать его однородным. Однако следует знать, что кристаллизация – это естественный процесс, указывающий на натуральность меда. Фасовка меда осуществляется в недорогую тару, чтобы избежать удорожания продукции и жители Кызыла могли приобрести мед по выгодной цене. Уже хотите порадовать себя и свою семью вкусным и полезным лакомством? И не только? Тогда приходите в фирменный магазин «Травы Тувы» по адресу Чульдум, 44, напротив торгового дома «Алексеевский». Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми за и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Спонсор выпуска погоды – «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Компания «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми за и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах.
В ближайшие сутки по республике ожидается небольшая облачность без осадков. В Кызыле небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Днем порывы до 12. Температура воздуха ночью +1, +3 градуса. Днем +21, +23.